Всех приветствую на канале Дороги Михаил Рюшин. Приглашаю прокатиться по дорогам Республики Мордовия 29 июня 2024 года. Продолжение сюжета 28 июня, как выехал из Саратова через Пензу в сторону села Дивеево Нижегородской области. Вот очередная часть по дорогам Республики Мордовия. Показываю в ускоренном режиме просмотр, чтобы не занимать ваше время, но зато показать полностью дорогу. Некоторые спрашивают, зачем это, когда все это видно в Яндексе. Но я вам еще раз объясняю, что это кому-то это интересно, мне самому интересно. Я потом сам смотрю же, лежа на кровати в телевизоре, и вспоминаю, как я это ехал. Даже самому не верится. Но для меня эта дорога новая, ни разу я не ездил. И вот вам показываю, да, кто смотрел предыдущие сюжеты, я завернул не в ту сторону, на Ковылкино, вот Ковылкинский район, и через него проехали обратно, от села Дивеево поедем уж по другой дороге, как повел навигатор. Почему я тут поехал, не могу сказать, то ли я сам завернул не туда, то ли навигатор так. Но главное то, что дорогу одну вот показал направление, как можно доехать. Это развилки Рузаевка и Ковылкино, или надо было прямо ехать далее. То есть это вам выбирать, сами как хотите, так и направляйте свой автомобиль. Как обычно, говорю, исторические кадры обмену возврата не подлежат. Ютубер, Рутюбер, Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, никому как удобно, все как обычно. И также, если будет пропускать YouTube, Рутюб и Дзен пропускает все вот эти дискотека 80-х, где-то, я еще раз повторюсь, нашел диск такой старенький 90-х годов, или я уж не помню. Он еще CD-диск был, не MP3, вот переписал себе на компьютер. И с вами делюсь вот этими старыми, уже старыми песнями популярной музыки, эстрадной, зарубежная эстрадная музыка. Или песни, как тогда это называлось, ну и наши вперемешку. Так что не буду вам мешать смотреть дорогу. Да, через какие населенные пункты проезжали конкретно, там будет описание. Наверное, не описание, а что за населенный пункт, какая улица. Ну, я не стал читать и узнавать, сколько там людей живет, что это. Транзитом пролетели. Если бы останавливались и прокатились, посмотрели, то, может быть, и было бы интересней. Но время не было. Да, здесь мне что понравилось по этой дороге. В жару ехать, вот такие деревья высокие, воздух другой совсем. Спокойно, мы даже чуть-чуть окна открывали, свежий воздух заходил, утренний. Вот этим понравилась дорога. Но один минус, конечно, местами в Мордовии. Обгоны запрещены, одни повороты и запрещение вот этого вот маневра. Еще раз говорю, не буду вам мешать, смотрите, наслаждайтесь дорогой. Благословляю и поздравляю с днем рождения.
двоим. Conscious, live it to my conscious, brother. Dum-dee-dum-dee-dee-dum-dum. Check out the right.
them resign me still upon a mission from 1989. Call me off the light, call me take a little time. Call me off the light, off the light. Real people in the night. Homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the homegirls too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw ya.
but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked or bail. Good party going, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top and the sun has dropped. Now hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor, get on it. When I'm down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the homegirls too. I'll explain the name of the crew. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor. Get on it. Technotronic, this beat is technotronic, and Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked or bail. Good party going, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top and the sun just drops. Now hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor. Get on it.
ради ваших именин. И припомнилась давняя обида, как спасательный круг мне бросает память вдруг тех безоблачных лет, напев смешной. И тогда с улыбкой говорю я: ой, 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 напрасно пьете вы лекарства, пьете и все смотрите в окно. С кем-нибудь в кино. Ой, напрасно, тетя, вы так слезы льете. Уж ваши легкие семенит. Так что не грустите и его простите ради ваших именин. Ну вот, объехали мы населенный пункт, объездная дорога, очень удобно. И на этом сейчас будет сюжет заканчиваться. То есть с правой стороны остался населенный пункт. Чтобы туда не заезжать, да, удобно. Кто едет транзитом, эти светофоры, ограничения скорости, все, всегда это притормаживает. Но кому-то надо, в принципе, заезжает. Вот, выезжаем. И продолжаем движение. Следующее будет уже чуть-чуть Мордовия, Нижегородская область. Далее село Дивеево, все это источник Серафима Старовского. И обратно местами, как бы 29 июня, вот такой большой. А дальше будет поездка в Хвалынск, в Марс заедем, Михайловка, Яблонка. То есть, как обычно говорю, благодарю за просмотр. Берегите себя, не болейте, оставайтесь со мной.
До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.